Итак, мы движемся теперь по реке Ирбе до моря около 33 километров, уже 32. Над Ирбе нас как деревья. Можно представить, как однажды какой-то из этих деревьев упадет в реку, перегородит ее. Ура, давай, машем! Ура! Даешь! О! А чего они думают? Габас Легумс. Это если придут с другой стороны реки, чтобы знали. Мост обозначенный на карте, который должен вести к радиотелескопу Ирбе. А? Земли нищего. Вы поэтому так долго за дровами ходили? Нет. Это я его только что здесь нашел. Впереди появляется большая-большая тарелка. И на завтра нам осталось по середочке что-то делать. А, ну мы здесь. Сейчас мы здесь где-то. Да. Вот, да, вот здесь. Ну, да, о, сориентировались? Да, да, сориентировались. Вы видели, где плавали? Вон, видели, сколько мы плавали? Солнышко веснует, где в каких краях встретишься со мной.
со мною, милая моя. Солнышко лесное, где в каких краях встретишься со мною. Не утешайте меня, мне слова не нужны. Мне подыскать тот ручей в янтарной сосны. Вдруг там лишь сосен краснеет кусочек огня. И огня ожидают, представьте меня, милая моя. Солнышко лесное, где в каких краях встретишься со мною, милая моя. Солнышко лесное, где в каких краях встретишься со мною.